в апреле месяце в Кашкадаринской области, в Якобалском районе были стихийные митинги трудящихся, которые требовали социальных гарантий после резкого повышения цен. Вместо того, чтобы слушать, что хочет народ, власти пошли на репрессии. И народный депутат Узбекистана Шоурок Розмурадов, который был в эти тревожные дни со своими избирателями, против него было возбуждено уголовное дело, где мирные митинги и демонстрации квалифицируются как нарушение общественного порядка и массовые беспорядки. И вот сейчас уже сидит он в предварительном заключении и ждет своего суда. Вот недавно в Коканде состоялись 7-9 июля митинги. Опять требования людей экономические, социальные, были там и политические, и религиозные требования. И опять результат тот же. Основные организаторы этого мирного митинга посажены за решетку. И все это происходит на фоне попыток непризнания новых общественно-политических движений. До сих пор в Узбекистане не зарегистрировано ни одно из них. И, похоже, не собираются. Это приведет к чему? Это приведет к тому, что не будут создаваться новые общественно-политические организации, которые бы могли бы участвовать в решении насущных наших экономических и других проблем политическими методами. Это может привести к тому, что неорганизованные массы выйдут на улицу и будут попытаться решить свои проблемы своими руками. И это может привести намного к худшим событиям, чем Фергана 1989 года.